Земля – это планета динозавров, а люди – это лишь мутанты, которые появились вследствие апокалипсиса. Пожалуй, недооцененное преимущество в быть взрослым заключается в том, что ты больше не вырастаешь из размера своей одежды, как в детстве. Вы же понимаете, что если инопланетяне на самом деле прилетят на Землю, то нам придется объяснять, почему мы сделали сотни фильмов, в которых убиваем их. Самое худшее в потере очков – это то, что у тебя нет очков, чтобы найти очки. А что если кислород – это ядовитый газ, и на убийство человека уходит от 70 до 100 лет? В наши дни считается чуть ли не грубостью задавать вопросы, вместо того, чтобы сперва поискать ответы на них в Гугле. Лиса – это кошачий софт, запущенный на собачьем железе. Если ты мужчина, то один из самых плохих видов тишины – это когда ночью в темноте ты писаешь в туалете, но не слышишь звук брызг. Любители теории заговора верят в низкокачественный снимок НЛО, но сомневаются в HD-снимках Земли из космоса. Google Translate похож на человека, который знает много языков, но в итоге ни одним из них он не владеет в совершенстве. Синдром повышенной тревожности. У человека это будто бы играет боевая музыка из видеоигры, но вокруг нет врагов. Самое большое мошенничество в твоей жизни – это мама, которая говорила, что не будет злиться, если ты скажешь правду.